Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу познакомить вас с очень вкусным блюдом арабской кухни – куфта. Можно сказать, что это такая мясная запеканка в кунжутном соусе. Итак, приступим к приготовлению. Возьмем 1 кг фарша, у меня баранина. Можно брать микс баранина плюс говядина, можно говядину. Натрем одну луковицу на крупной терке. Сюда же натрем пару зубчиков чеснока. Теперь как можно мельче порежем петрушку. Совсем немного, грамм 20-30. Добавим фарш. Теперь добавляем специи для мяса. Не забываем посолить. И теперь будем хорошо вымешивать фарш. Фарш готов. Теперь возьмем блюдо. Смажем совсем чуть-чуть оливковым маслом. И будем формировать вот такие вот котлетки. Можно фарш разровнять по всей поверхности блюда, сделать ровным слоем. Можно делать вот такие вот, как я, котлет. А можно сформировать в форме круглых шариков. Здесь уже на ваше усмотрение. Теперь ставим в духовку на 15 минут на 200 градусов. А тем временем 3 картошки почистим, порежем кружочками и обжарим на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Пока картошка жарится, мы приготовим кунжутный соус. Добавим кунжутную пасту, сок половинки лимона, 2 столовые ложки сметаны. Немного посолить и все хорошо перемешаем венчиком и постепенно добавляем воду. Вот такой консистенции должен получиться наш соус. Достаем мясо из духовки. Не забываем, что мы его поставили только на 15 минут. Теперь выкладываем картошку сверху. Теперь равномерно заливаем нашим кунжутным соусом. И ставим в духовку. Я ставлю на верхний подогрев на 180 градусов где-то минут 20-25. Вот смотрите, друзья, какая красота получилась. Теперь сверху украшаем обжаренными орешками, посыпаем зеленью, подаем к столу. Всем приятного аппетита! Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч!